студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Пожалуйста, все, что вы хотели узнать о змеях, но стеснялись спросить, мы же боялись. Что делать, если укусило? А чем герпетолог от серпентолога отличается? Вообще есть такой? Это будет нет, это просто игра слов такая. То есть серпентолог неправильно называют, да? Правильно герпетолог. А правда, что у нас запрещено законом, причем еще в 2010 году, дома держать змеи? Я знаю, Сейм собирался это рассматривать. Принят был такой закон? Да, у нас есть закон, запрещающий держать змей. Это не только потому, что они, как говорится, ну, очень, ну, для дома не приспособлены, чтобы так говорится, до такого массового разведения, говорится, или держания, да. Ну, нужно учитывать еще то, что они все-таки кусаются, и часть из них ядовитая. И просто это, ну, в связи с этим всем. А если дома держать не ядовитую змею? Нет, нет, у нас по закону не разрешается это просто. Угу. То есть полиция может прийти, если обнаружит? Да, подлежит у нас. А тут написано, что животных могут содержать лишь коллекционеры, получившие специальное разрешение Управления охраны природы. А как вот они докажут, что они коллекционеры? Когда вы оформляете коллекцию как коллекционер, вы представляете, перед тем, как получить это разрешение, представляете вот список животных, которые у вас есть, документы все на их приобретение, откуда у вас это. То есть они должны быть легальные все, да. И потом, ну, в порядке, как закон полагает, вы приобретаете вот это разрешение на коллекцию. И это еще отличается тем, что содержание коллекции, содержание животных, и все, там есть определенные законы, которые должны, ну, подлежат животные, которые вы содержите, да, то есть оно проверяется. То есть это не так, что просто один раз вам выдали, и никто больше не обращает на вас внимания. А вот такой случай был на Витязевском рынке в 2007 году. Женщина пыталась продать живого ужа. То есть она, значит, торговала лисичками, но по прилавкам в ведре у нее был уж, и она его предлагала покупателю. Зачем? Да, и вот, значит, полиция ее задержала, оформила протокол административного нарушения, изъяла этого ужа и передала в зоологический сад. А почему? В чем, собственно, тут нарушение? Ну, торговала ужом. Ну, как сказать, у нас вообще торговля животными, как таким, особенно из природы, которые вообще запрещаются. Дикими, есть, да? Да, дикими у нас нельзя, никакими. Это не только уже там, это любое животное, которое из природы у нас, да. Жабы тоже? Да, 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 жабы, лягушки, там это все равно, да. И второе, что у нас это, если, скажем, это животное не Латвии, ну, живущие в Латвии, да, ну, то это уже идет по другой статье, это уже, ну, контрабанда, поскольку это, ну, тоже завод нелегальных животных, потому что легально завозить животных, ну, нет такого разрешения, чтобы люди могли завозить, просто ловить и привозить их. А у нас есть контрабанда змей в случае? Да, это тоже, ну, многие просто, не, может быть, даже некоторые есть, которые просто не знают, просто ловят, им интересно вот привезти что-то такое, это такое, ну, это реже. Ну, конечно, в основном-то их привозят, это хотят с мыслью продать или что-то такое, что как-то... Значит, все-таки есть, да, интерес. Ну, есть, да, да, но это вот конфискует, там и штрафы есть, и там, конечно, есть как, в зависимости от объема, да. Ну, там, конечно, можно и криминальные быть, если очень большой объем завозят, да. Угу. Ну, случаи, конечно, есть. А как же вот они завозят? Вот из-за того, что в прошлом году Центр социологических исследований СКДС проводил опрос о страхах. И самым распространенным страхом среди жителей Латвии, фобиями, является страх перед змеями. Вот среди животных больше всего боятся змей. 41%. 21% боится крыс, 16% пауков, 11% грозы, 10% собак, 8% темноты. Змеи на первом месте. 41% среди фобий населения Латвии. Почему так? Ну, во-первых, у нас змея как такая, она очень такая холодная и такая длинная, и нам она непонятная немножко. Это уже страшит ее форма сам по себе, да. А потом... Она высовывается, когда она подходит на шею, высовывает язык, да? Очень многие боятся именно этого языка. Они не, ну, язык это, ну, вообще... Читает, что он жало. Да, это жало, да, это жало уже. Им страх от этого жало, да? Но язык у них только для того, чтобы это как орган обаяния. То есть они им и температуру мерят. То есть укусить им никак не могут, нет, да? Нет, нет, нет. Это именно для змей это как... Они вот эту пищу себе ищут и эту природу изучают именно вот этим языком больше всего, да? И еще такое место, что у нас все легенды и
все сказки, там, ну, Змей Горыныч и другие змеи большие, да, это как-то больше так вот ассоциируется с легендами больше, такими гигантскими. Mm-hmm. Еще у нас вот, и сейчас вот новые эти фильмы, вот, скажем, недавно была «Анаконда», да, который там, да, ужас какого размера, там, несообразного такой, который глотает там людей, прям экспедицию целую съедает, да. Ну, все это как будто это все еще нарастает себе этот страх, да. И само по себе, ну, с детства уже у нас тоже, это уже тоже подсознание, что все-таки змея – это что-то такое, что нельзя трогать, нельзя подходить, и это плохое что-то. И такое. Даже ругательство даже обзывает змея. Подколодное. Да, подколодное, да. Это все такое, ну, это все негатив на нее такое больше. Хотя бы на самом деле змея – это одно из животных, которые очень больших количествах истребляют мышей, грызунов, это всех, там, крысы, мыши, там, все вот такие, да. То есть они полезны. То есть они полезны, такие, наоборот, да, 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 да. Но как-то вот эта вот сторона как-то очень мало показана. То есть по-хорошему, да, если по-хорошему... там где-то в каком-то помещении, например, завелись мыши и крысы, лучше не кота туда, а змею, да? Фактически вот в деревнях, вот сейчас тоже вот как у нас погода такая была, или вот очень когда жарко, да, говорят, около хлева очень много встречается в деревнях, вот звонит, что нам с ней делать? Ну, нужно, да, объяснять просто, что ничего не надо делать, эта змея в основном это ужи. У нас просто уж у нас самая такая змея, самая популярная, да, угу. И самая, скажем, безобидная она, да. И они просто туда приползли охотиться. А как ее можно отличить, что это уши? Уши, ну, пятнышки на, да, на у него такие, на ушках такие пятнышки от белого до оранжевого, может быть, там разного оттенка, это, ну, по местности какой-то, там, в каждом месте может быть немножко разное, да. И, как говорится, они в основном такие без рисунка все, то есть они от серого до такого, до черного, может быть, но угу. рисунка у них нету. И еще что вот с чем отличается, так сказать, ядовитая от недовитых змей, да, у ядовитых змей у них голова более такая острая, и угу. как будто есть такая, ну, как шея такая, такая часть тонкая, да, угу. а у неядовитых, у них просто голова переходит в туловище так постепенно. Хорошо, спасибо, интересно. Звонок у нас есть, пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Да, доброе утро. Чтобы поднять настроение, с утра такой несерьезный вопрос. А вот если теща укусит, это какой укус, ядовитый или не ядовитый? Да, понял. Ну, это так. У нас у всех мужчин сразу. Да. Женщина со змеями. Вот, пожалуйста, дайте негатив. Да. Вот это тоже, да. Ну, если так, если, скажем так, если тещу сравнивать со змеей, да, то, конечно, укус будет, может быть, и больный, но не летальный будет. Так что берегите тещу. Да, берегите тещу, да, надо сказать, и обращайтесь с ней очень внимательно. А какие же у нас самые большие змеи в Латвии? Вот вы говорили там анаконды, это вот по размерам. По размерам, так, у нас, ну, снимите наушники. Да, можно, да. У нас вообще только три змеи Латвии. Это гадюка, уши, медянка. Ну, по размеру... Три вида змей, да? Три вида змей. А гадюка единственная ядовитая, медянка и... Медянка же тоже вроде ядовитая. Нет. Это тоже немножко... Это больше... Она не ядовитая, она, скажем так, она более агрессивная. Она uh-huh. кусается. И потому что вот этот вот укус почему-то пришел на ядовитость. Да? Если она укусит, то какие последствия? Будет больно. Любая змея, если укусит. Конечно, будут эти вот дырочки, называем, где-то вот эти зубы прошли у нее, да. И остальное все зависит от вас, как говорится, от вас. Если будете ее драть сразу оттуда, то есть вы рану тогда больше сделать, если просто она... Ну, она сразу вытащит, она укус и вытаскивает. Но да, она не ядовитая, то есть это будет просто рана. Нет, будет просто рана, да. Ее, ну, конечно, нужно обработать чем-то там, или там йодом. Ну, скажите уже, раз мы заговорили, да, об укусе змей. Вот мы слышали с Михаилом, к нам приходили там специалисты, когда-то сказали, говорили, что если укусила змея ядовитая, то нельзя двигаться, надо лежать. Нет, тут так. Ну, если, вот. Конечно, если укусила змея, нужно... Чтобы не распространялся яд дальше. Да, да, да. Конечно, если мы очень бегаем там, это все равно у нас будет страх, у нас сразу будет стресс, адреналин выделяется, у нас, то есть, кровообращение все равно будет быстрее. Угу. И в любом случае, конечно, если вас укусила змея, и даже, особенно если вы ее не видели, просто укусила, знаете, что это змея была, да, ну, не видали, что это такое, да, лучше думать, что это гадюка. Это лучше тогда. Худшее предполагать, да? Худшее предполагать, чтобы лучше получилось, да. Потому что ловить там, смотреть, кто вас укусил, никогда не надо, потому что это просто трата времени. Так. Конечно, лучше обратиться сразу к врачу. Если а врач говорит, что укусила змея, надо убить ее и нет, убивать съесть. Не надо. Ничего не надо делать, потому что...
потому что это все лишнее, да. Лучше обратиться к врачу, он, конечно, он просмотрит, да, там, или сыворотку. Когда посмотрит, врач, он, понятно, да, а когда нету врача. Если врача нету, да. Вот в лесу человек укусил змея. Да, все, там... все равно нужно, это раньше сказали, там нужно эту рану там высасывать или что-то такое, да. Лучше, конечно, ее, если есть, обработать чем-то. Чем? Это спиртом, все равно, чем такое. Ну, как правило, если мужчины идут... Прижечь можно чем-то? Да, тоже можно, то есть такой вариант там, да, ну... Это тоже зависит от того, как кто может. Да, ну, конечно, ну как, лучше, чем помереть, наверное. Ну да, 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 да. Но все равно нужно все-таки обратиться, возможно, да, все-таки прекратить этот сбор грибов, там, ягод, и все-таки обратиться к врачу. Это самое лучшее. Да уж, конечно. А ядовитая змея, как можно отличить это? Покажите еще. Вот что она ядовитая. Острая голова. Острая голова, рисунок на спине у гадюки, да. И еще такое есть, что, если, скажем, все змеи, вот медянка, там, скажем, или уж, они просто уползают и стараются избежать там без шума, без чего. А гадюка все-таки шипит. Она принимает такую форму нападения, скручивается, да, и с головой в вашу сторону поворачивается. Это уже предупреждение, что она, то есть она может, она кусается броском таким, да. То есть она не сразу, предупреждает. Нет, она вас предупредит, пошипит там, и это уже ясно, что ее не нужно. Тогда вы успеете даже ее разглядеть, что у нее вот рисунок на спине есть, и это вот голова и такая острая. И как долго она шипеть будет? Ну, я думаю, человек сразу поймет. Вот, если вы посмотрите, вот она собрастает. Да, да, да. Ой, конечно, успеет. Там, и, притом там не надо никуда убегать. Просто вы идите своей дорогой мимо, угу. И она там останется, она сама уползет. Не бросится. Нет, змея не гоняется за людьми, не бегает за ними, да. Единственный вариант, когда змея, вот, когда, вот, может быть, люди почему думают, что она гоняется. Если вы, скажем, змея находится у стены дома, да. А вы на тропинке между домом и змеей, как говорится, и поляной, да. Конечно, она побежит на поляну. На вас. Потому что, да, это вам кажется, что она вот бежит на вас, да, а на самом деле она бежит в эту траву или в кусты, там, куда ей спрятать. Ну, правильно, вы там ее в угол стена загнали, уже, да, вы ее загнали в угол, она просто убегает, да. Ну, там нужно просто отойти в сторону, чтобы она пробежала мимо. Потому что, конечно, стоять и ждать, пока она проползет мимо ног, да, угу. Это немножко так неприятно и страшновато, да, потому что она, конечно, не должна укусить вас, но Бог его знает, как говорится, береженного Бог бережет, лучше отойти в сторону, да, потому что она тоже в стрессе. Там все-таки нужно так, ну, рассчитывать на то, все что... Все в стрессе. Ну, да, все в стрессе. Вот в этот момент она просто в безвыходном положении. Герпетолог Аркадий Попель у нас в гостях. 672-12-939, 672-13-939. Все, что вы хотели знать о змеях, можете выяснять еще в ближайшие полчаса. Звонок у нас, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот я помню, что в Латвии у нас только 3 змеи, но вот интересно, на тему нападают змеи, не нападают змеи. Ну, не в Латвии, понятно, где-то в Африке есть вот вроде бы как змеи, которые какие-то, так сказать, территориальные, которые защищают свою территорию и тогда не нападают на людей. Ну, есть такие? И как называются? Интересно. Вообще? Да. Территориальные змеи. Да, скажем так, тропические змеи есть, которые очень агрессивны, защищают свою там территорию, скажем, и нападают. Вот, скажем, гюрза тоже. Она не боится, она, конечно, она нападает, потому что у нее не только потому, что там ее территория, но она, ну, в отличие от наших змей, скажем, она очень агрессивная, да, и человек для нее, она не боится его, угу. Как наши змеи, да. Она, вот именно, вот это вот одна из таких змей, которые, да, нападает, она, и потом довольно агрессивно. То есть она может гнаться, да, за, да, вами, как раз. Скажем, да? Кобра, да, тоже такая вот одна из таких змей, которые тоже, скажем, особенно если вот период, когда у нее кладка, ну, тогда, конечно, она не пропустит и никуда не уйдет. Она тоже будет нападать на людей. Угу. И тоже куст. Но это, к счастью, у нас нет таких змей. А каких змей можно заклинать? Ну, вот есть эти заклинатели змей, которые надо. Кобру тоже, наверное, нет? Кобру, да, ну вот, скажем так, ну, их называют заклинателями змей, да. Это в основном это вот в Индии, это вот, да. Кобра, которая показывает, там они играют, да, хотя бы, ну, как доказано, что на эту музыку даже и не слышит, да. Она поешь просто на эту вот вибрацию человека, да, и вот на это вот движение его там отвечает, скажем. Угу. Он так играет и шатается. Змеи не слышат у них? Нет. Да, она вот только на вибрацию и на вот на теплоту и на запахи, которые там языком. И вторая там, которая, правда, это, их называют заклинателем, но это, ну, как сказать, это не совсем будет верно, да. Вот показывает, как вот играют с питонами.
Да, они там, их там, и как бродят, что-то там делают с руками, там, или говорят, или потом их берут, там, крутят вокруг себя, там. Угу. Это, ну, просто питон сам по себе, он такой мало, скажем так, он не очень быстрый, такой малоподвижный, да. Это просто цирковое представление, так скажем так. Они и без этого всего могли бы просто его взять на руки, там, или на плечи посадить, и он бы так и висел, да, без каких заклинаний, там, просто это шоу для туристов. Ну, а вообще, вот, любую змею можно так выдрессировать, или... Это не дрессировка, да, это просто, если вы правильно к змее подходите, даже вот, скажем, нашего ужа, да, если его просто так очень осторожно взять вот на руку, да, руками, да, конечно, не надо это пробовать, потому что там вы, может быть, всякого, может, конечно, испугаться, там, или нажать слишком сильно вы можете, да, он куснет сразу, да, но фактически он не кусается, он просто вот на руке, скажем, вот вы его берете, он спокойненько так потихоньку с пальца сползает, да, ну, конечно, он не будет там висеть долго, да, он будет, просто будет сползать и захочет куда-то улизнуть, скажем, да. А фактически, ну вот, если вот так вот подойти и там что-то там показать руками, вроде его взять, тогда подумайте, что это заклинание. Нет, ну просто это он такой, очень такой, ну как сказать, если он чувствует, что там не особенно там мы там тискаем, нажимаем, да, чтобы нужно агрессивно действовать, но он просто вот так потихоньку ходит, старается убежать от людей, да. Угу. Так что это... Но в Латвии нет таких вот... Нет, нас заклинателей никаких таких нет, нет, нас змеями, я не слышал, что заработал. Номер. С питоном был номер какой-то. А в цирке, да, в цирке, да. У нас были с питонами, да, там выступления, конечно, да, но это, я говорю, это цирковой номер просто такой, да. Аркадий Попель, герпетолог, у нас в гостях. Через несколько минут продолжим. Сейчас новости и реклама. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Продолжаем говорить о шипучих, шипящих. Шипеть, в общем, с утра пораньше. Герпетолог Рижского зоопарка Аркадий Попель у нас в студии. И вопрос вам от наших радиослушателей в чате, в видеочате. Я напомню, что там можно задавать свои вопросы, пожалуйста, на портале MixNews.lv. Бывают ли змеи жирными? Да, но это может случиться только, ну вот, скажем, если их, ну, содержать, да, неправильно кормить. На природе этого не может случиться, потому что змея, когда она съедает пищу, она, как правило, куда-то отползает, и она ее проглатывает целиком. Угу. Начнем с того. Она должна перевариться у нее, да. И она отползает, и происходит это самое пищеварение у нее, да. В это время она, то есть, не кушает вообще, не шевелится, да. То есть, воспринимает эту пищу, чтобы, ну, как, ну, переработанную уже, да. И только потом она будет шевелиться. Потому что ее перекормить нельзя никого, ну, то есть, в природе она не может никак. Это не как животное, скажем, как собака или кто-то кушает все время, да. То есть, она пока не съела, не переварила, она другую не ловит. А если она содержится, скажем, неправильно, ну, не в неприродных условиях, да, то да, мы можем давать ей довольно чаще, то есть она может и поесть побольше, скажем так. И как да. выглядит жирная змея? Жирная змея просто выглядит очень такая, ну, как сказать... Ну, скажем, толстая, так просто, да. Но это в природе это не может случиться никогда. Ну, а в зоопарке, вот у вас есть, кстати, в зоопарке ядовитые змеи? И какие? Нет, у нас в данный момент нету змей ядовитых. Почему? У нас, во-первых, у нас сейчас как раз ремонт происходит этого, где мы содержим, террария, где содержали змеи. И у нас исторически раньше была у нас кобра была из ядовитых змей, да. Ну, вот она скончалась уже по возрасту. То есть, ну, в каком возрасте? Ой, я сейчас даже не скажу, но я ее с детства помню, что она там была. То есть я уже вырос. А сколько вообще живут они? Ну, это зависит от какой змеи, скажем, питон. Очень долго, там и 20 лет может и больше прожить, да. Конечно, есть мистические змеи, такие рассказы, что в неволе даже ловят там под 100 лет змеи такие, да. Вот анаконду особенно говорят, там долгожитель, да. Но это все тоже легенда из повести, ну так, из легенды, да. Ну, а кобра, вы говорите, с детства помните? Ну, да. А, ну, я ее, как, то есть, ну тоже есть, должно быть уже где-то за 20 лет, как есть так вот, как я помню, да, ее. Ну вот, и после этого их просто не приобретали, поскольку этот ремонт у нас уже был, сколько я понимаю, уже давно был, ну, запланирован, да, вот сейчас он как раз происходит, то есть, и это одно, и тут такая вот вещь, в чем вся суть. Ядовитую змею просто так в бокс не положишь. То есть с ней люди должны работать, должны ее чистить, кормить, убирать ее, ухаживать за ней, да. То есть она в любой момент из такого ящичка может просто
агрессивно укусить, да, и, конечно, последствия ядовитые будут нехорошие, да. И в связи с этим у нас просто сейчас остались не ядовитые, то есть даже если она, ну, не дай бог, укусит даже, да, ну, это будет больно, но, то есть, и все. Да, не смертельно. И все, да, не смертельно. Когда будет, то есть, новый отдел у нас, да, после ремонта. Там будет опять другие планы, может быть, и там сейчас не скажу ничего про планы, просто у нас в данный момент мы такие, ну, не намечаем. А вот насчет убирать, куда деваете кожу змеиную, которая скидывает змеи в зоопарке? Ой, ну это змеиные... Куда? Просто перчатки, сапоги, просто... сумочки? Да, нет. Это просто, они ее сбрасывают, она, во-первых, очень тонкая такая, и в основном ее, конечно, мы по ней смотрим состояние змеи, здорово она, нездорово. Если она сходит, скажем, целиком, или вот как у питонов, такими большими частями, там, скажем, 2-3 части, то есть скидывается, да, значит, змея хорошо, она очень здоровая, и все, то есть у нее нормально, да. Если она... такими лохмотьями маленькими, ну, кусочками слетает, да, или она не может ее, ну, поменять никак, или что-то такое, значит, что-то не в порядке, мы начинаем смотреть, в чем там дело, или там, да, это может быть, в основном это бывает, да, если ее сырости мало, то есть нужно увеличить влагу. Угу. А да. С какой периодичностью они скидывают? Это тоже, то есть, ну, где-то получается в месяц-полтора где-то вот раз, да, они меняют, ну, это, конечно, может быть, ну, и немножко там плюс-минус, как говорится, да, скажем, зимой, когда у них спячка, то есть они, это дольше будет, то есть они спят и не скидывают очень долго, потому что они в спячке находятся, то есть когда проснутся, тогда они не сбросят только ее, да. Ну, летом, когда интенсивно кушают, они интенсивно растут, они, конечно, ее сбрасывают быстрее. Так вы ее выбрасываете потом? Да, да, это просто, ну как, ну, это отходы, просто мы чистим террарий. Как же, это же такой ценный... О, нет, это не змеиная кожа, из которой там делают... эксклюзивные, да, вещи, как говорится, это в Индии там или там выращивают их специально для этих дел. Это, да? Это просто, да, это как вот у нас, вот когда шелушится кожа, когда мы ее там в солнце подгорит немножко или что. Ну, это просто мы ее моем, стираем и все. И... Да, она звонок. Звонок, пожалуйста, да. Слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Если человек пьяный его укусил, это как страшнее, когда трезвый? Нет. Если змея укусила пьяного, это хуже? Ой, конечно, конечно, хуже. Почему? Это в любом... Потому что, во-первых, когда человек употребляет алкоголь, любого вида, у него повышается давление, повышается кровообращение. Да, яд разносится там по телу. Да, он разносится намного быстрее. И, конечно, то есть он до сердца, до головы у нас доберется намного быстрее. То же самое, если мы, скажем, перегрелись на солнце. Тоже... будет намного скорее. Татьяна, с мая по конец июля укушено 29 человек, знаете? Это много или мало, кстати? Нет, это нормальная статистика такая. То есть это ни много, ни мало. Это просто почему... В этом году нет какой-то повышенной активности? Нет. У нас это каждый год. Это, ну, я там плюс-минус там какой-то там процентик. Это в зависимости просто от того, что, ну, сколько еще скажут там, потому что этих, сколько обращаются к врачу. И самое главное, это, конечно, будет больше всего летом. Угу. Потому что летом человек стремится к природе. Это и речки купаются, и озеро там наверняка, да, будет уже половина больше. Половина случаев именно в июле зарегистрировано. Да. Вот они идут и там бегут, и в это же время там же размножаются лягушки. Это вот пища уже тоже, вот, особенно маленьких, да, они вот, камень этих мышей не могут съесть, они вот питаются лягушками, рыбой там, да. Ну, конечно, в этом моменте происходит вот такая вещь, когда они смотрят, бегут и... Так, у нас много звонков, надо постараться всем ответить, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Евгений. Скажите, пожалуйста, вот ваш специалист может сказать, антидоты в аптеках или вообще в каких-то специализированных, может быть, магазинах продаются или нет? Угу. Да, у нас в аптеках в основном есть, и есть у нас, так сказать, если даже в этом, скажем, в этой конкретной аптеке не будет, они вам наверняка скажут, в какой есть, потому что сейчас все у нас на интернете, да, то есть они сразу могут сказать, в какую аптеку вам обратиться. И, без конечно, рецепта поликлинику, можно покупать? И в поликлинику нужно. Без рецепта? Там сразу. Да, это, я думаю, если при укусах, там это будет без рецепта, поскольку это... Ну, такой случай, что там уже до рецепта там... Экстренный, да? Да. Слушаем вас, пожалуйста. Алло, скажите, а в течение какого времени нужно обратиться к врачу, когда укусит гадюка?
Спасибо. Так, ну, здесь такое понятие времени нету, да? Чем это быстрее, тем лучше, да, конечно. Чем быстрее, тем лучше, конечно. И потом в таких случаях... Не откладывайте. Да, не откладывайте, и нужно самое ближайшее идти в поликлинику, скажем, да, или даже если вы на выезде, скажем, в другом городе, да, все равно в любое место обращайтесь. В таких случаях никогда еще не было отказа, и не было такого, скажем, не слыхал, чтобы не помогли. Так, ну вот нам пишут тут, что антидотов нет. В аптеках или где, наверное? Нет, это... Это не во всех аптеках, может быть, да, но обязательно должны быть, потому что случаи-то такие у нас есть, угу. И все-таки какая-то часть должна быть. Хорошо, еще вопрос. Какая численность примерно ядовитых змей в Латвии? Так, ну сейчас просто здесь я вам не скажу такой конкретный ответ с цифрой, да, поскольку у нас такие сейчас изучения просто не происходят, да. Единственное, что я могу сказать, что численность ядовитых змей, именно вот гадюк, конечно, будет больше на вырубках и на бочине вот болот. Почему? Потому что это они любят, гадюки любят больше такое, ну, чтобы сухое место было, да. Им такое больше нравится, да? А вырубки, там очень много пней, куда им залезать, скажем, греться. Ну, погреться. Да, и там на вырубках очень много еще грызунов. Угу. Поскольку там все растет, там население, то есть для них пища большая очень, да? А бочина болот – это тоже то место, где очень много пищи для змей. Потому что в самом болоте там уже мало. Там и даже лягушки, вот они любят обочину больше, да, и грызуны, которые тоже идут там ягоды кушать, и все, они тоже по этой обочине бегают. И вот в этом месте там вот как раз и гадюки там тоже, как и ужи, там все-таки полозят больше. Что, получается, чем больше будет вырубок, тем больше будет гадюк? Да, нет, это не только гадюки, это вообще для змей, потому что там остаются пни. Очень много там этих когда машины дают вот под корнями там эти помещения, где у них прятаться, и там нету таких, скажем, таких вот, скажем, как вот в лесу, где нет пищи и где змеям делать нечего, да, то есть куда они не лезут вообще, конечно, они там будет больше. А вот странный такой совет: змеи не нравится вибрация, поэтому рекомендуют идти тяжелыми шагами. Да, это правильно, да. Это что, действительно может да, помочь? Да. То есть потому что топать надо, да, там, да? Потому что говорят, когда если вы идете, скажем, вот купаться и что, ну, желательно, чтобы там вот шли, там, вот даже там, ну, вот как дети прыгают, там, идут, там, все там разговаривают, топают, да, потому что вибрации, это их предупреждает, чтобы они уползли. А, то есть, если они слышат тяжелые шаги, они тут же уползают и не да, будут. Да, думать, они, может, слон идет. Нет, вот им все равно, но они понимают, просто они по этой вибрации понимают, что идет что-то большое. Да. Им этого уже хватит. Ну, уже. Ну, как хороший совет какой. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. У меня такие два маленьких вопроса. Вот считайте, что уж змея не ядовитая, но я слышал так, что уже ядовитые зубы туда дальше, ближе к глотке. Так ли это? И вопрос у меня второй. Считайте, если тебя укусила змея, ты должен, ну, соблюдать спокойствие. Но если ты будешь соблюдать спокойствие, то, грубо говоря, ты можешь протянуть ноги. Не понял. Значит, второй вопрос мы отвечали уже в самом начале. Да. Первого гигант уезжает где-то ядовитые зубы. Нет, уезжая в лодке нету. И да, есть змеи, у которых, да, есть которые такие змеи, но это тропические. У них там в глубине последний зуб, там у которых ядовитые. У нас нет. У наших нет. Это нет. Это может быть, знаете, это может быть появилось от того, что когда змея кусает, ну, в том числе и уж там, и любой другой, даже. И это может даже любое животное, да? У них слизь во рту. И слизь попадает в рану, она гноится. И то есть мы воспринимаем это как вот, может быть, там маленькие дозы там, яда или что. Но нет, это только вот ответ на слизь просто. А вот почему змеи в города попадают? Вот, каким образом города, они вообще туда лезут? В основном это ужи, да. Даже в Риге у нас такие случаи, я даже не говорю про маленькие города там, да. У нас просто, во-первых, у нас лес очень близко подошел к городу уже, новые там эти районы, которые, можно сказать, вообще уже в лес зашли, да, и то есть это место обитания этих змей было раньше, да, они очень приспосабливаются хорошо. Но в городе же шумно, вы же сами говорите, да, что вибрация там отпугивает. Да, это получается, то есть эта вибрация в городе такая, что она везде. То есть это уже как фон. Но он же должен выползти сначала на эту дорогу. Он выползает, он ползет, он куда-то стремится, да, вот, и тогда мы видим, что он вот, именно что он, ну, вот это вот все передвижение, да, он чаще всего это кончается тем, что он заползает в подъезд.
куда-то, в какой-то дом, в подъезд или в подвал валится, да, ну и тогда вот вызывают службу спасения, чтобы, это, ну, очевидцы в основном, да, и вот их там приезжают, ловят там, и в основном их привозят там в зоопарк. Спасатели, да, да, спасатели, нет, там привозят. А в зоопарк привозят? В зоопарк вам привозят сейчас? Да, 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 вот сейчас буквально из Саркандау неделю назад там привезли ужа, тоже он заполз в многоэтажное здание. А что с ним делаете? Ну, мы, во-первых, его сразу осматриваем, какой он, ну, не раненый, да, да. Не, то есть иногда, потому что иногда со страху они просто люди почему-то начинают бить, там что-то делать с ним, да, ну, то есть у него состояние никакое, да, должны выдержать. А потом, когда, если все с ним нормально, тогда просто мы его, ну, отвозим за город и выпускаем в лес, потому что, ну, это, да, змей и вообще, ну... Но они нормально воспринимают обратно, да, в лес? Да, да, вот, да. Вот всех их этих можно, вот, да, спокойно, да, спокойно, да, отправлять, да, туда, да, без, да, всяких. Да, да, да. Убегают, то есть, все, у, да? То есть у них нету такого, скажем, если мы будем держать птицу или какой-то там, скажем, косуль или что-то такое, да, там проблемы будут. Да, он уже к людям, они очень привыкают быстро, у них человек тогда уже, это кормежка. Угу. А вот змеи, скажем, там, или какой-то ящик, там, это все. А у нас используются ли ядовитые змеи в Латвии для получения лекарств, препаратов каких-то? Нет, у нас нету таких фирм, которые, скажем, вот занимались бы такими вещами. Просто можно нас... было бы, да? Да. В принципе. Нет, у нас все-таки у нашей гадюки очень мало этого яда, и он такой, ну, по сравнению, скажем так, он не так ядовитый, чтобы его что-то из него делать. Может, он там разводит с разрешения? Нет, нет, тоже у нас такого нет. У нас в Латвии нет таких вот вещей. Жалко. Да. Слушаем вас, пожалуйста. Слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Я хотел еще такой вопрос задать, там, может быть, предыдущий звонивший не очень точно выразился. Вопрос такой, если вот, допустим, вас укусила змея, то есть это гадюка, да, ну, как скажем, насколько вообще реально смертельный исход, да, и, ну, допустим, мы все в основной массе ездим на машинах в лес, да, вот какие симптомы вообще, вот, что и как это проявляется? Да, ну, давайте вот всех волнует, разберем, да, все-таки, да, вот, да, гуляешь по лесу, да, укусила змея, ну, понятно, что ты один, допустим. Змея уползла. Змея уползла. Что делать дальше? Ну, первое, конечно, самое главное, конечно, это нужно было бы соблюдать спокойствие. То есть, ну, по идее, да, в идеале, ну, это, конечно, лучше всего сказать, лежать, и чтобы, да, вам кто-то вызвал помощь. Да, 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 да. Или просто так, или, скажем так, потому что при волнении у вас начинается, повышается сердцебиение, там выделяется адреналин, то есть у вас... Хорошо. Кровообращение, все это начинает волноваться. Да? Ну, конечно, сказать спокойствие, соблюдать, это легко, но в таких моментах не соблюдается. Но сразу мы начинаем что-то делать очень активно. Да? Во-вторых, у каждого человека на укус змеи тоже свое восприятие. Другой, вот гадюка, скажем, укусит вас, да, у другого вообще только воспалится, и этим все это кончается. Ну, такие симптомы какие? Это повышенное сердцебиение, угу, начинается. Да? Потом дрожь может появиться. Да, лихорадка. Лихорадка, скажем, такая, да. Ну, и повышение температуры, да. И, ну, как говорится, еще такое, как все, может, там, скажем, ну, как сказать, ну, плохое самочувствие, так сказать. Слегдуш, ну, так, ну, да, что у вас и в голове такое, ну, как называется, как, ну, как когда вас, ну, качает такое, да. Головокружение. Да, головокружение такое, да. И еще очень много, конечно, зависит от того, куда она вас укусила. Если это нога или, скажем, рука, это одно дело, да, то есть это конечности ваши. Там у нас маленькие эти капилляры, там, пока мы сюда оттуда дойдет, там, да, это еще должно набухнуть, у вас покраснеть, все это должно быть, это там долгий процесс такой, скажем. Конечно, если это в лицо, не дай бог, скажем, да, вы там спали, скажем, на вас каким-то образом цапнуло, да. Ну, конечно, это уже там и мозг, там и все там маленькое, близко, да? Да, маленькое кровоносное обращение. Хорошо, вероятность летального исхода при укусе гадюки. Ой, у нас, честно говоря, даже такого даже не знаю, что у нас такое было, да. Все живы остались. Да, у нас все живы, потому что, ну, наша гадюка не такая, да, скажем, да. Спокойная. Да, 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 у нас ядовитая, но, скажем так, это все происходит, ну, то есть без летальных таких, и даже такой, да, даже исторический. Ну, то есть можно все-таки сесть за руль, доехать, да, до врача, да? Да, да, спокойно можно доехать, все, да, конечно. Слава Богу, да, 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 это все-таки. Пожалуйста, последний звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот три самые ядовитые змеи на Земле вы можете назвать? Под конец. Это самая такая, да. О, так, ну это, конечно, будет,
если так, ну, ядовитые, конечно, много. Ну, самые, так, ну, где-то, вот, ну, вот, считается наша вот эта кобра и гюрза, да, ну, эти две такие самые-самые-самые, да. Ну, а третий кто? Ну, третий, мне даже так сейчас даже трудно сказать, вот она на сухо такая, ну, то есть, ну, это мне очень-очень трудно, ну, это как кто ее воспринимает, да. Там очень-очень черная мамба, скажем, очень такая... Она очень, плюется же. Да, она там, ой, там все, и набрасывает, и все там, скажем. Ну, это очень трудно так вообще вот выделить. Вообще какая-то жесть, эта мамба. Да. Так, слава богу, что у нас такие не водятся. Да, 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 это очень такая, очень, очень трудно так, так вот выделить именно вот. Так, и вот из видеочата тоже последний вопрос. Если змею надо лечить, то как им дают лекарства? Так, ну, это, конечно, вопрос такой интересный, да. Ну, бывает, у них в основном это может быть что-то связано с зубами, с челюстью, когда там какие-то процессы такие очень такие сложные, да, или там зуб сломался, скажем, там гнось такой, да. Что, еще ну, зубы лечат? Да, проходит, скажем, такие, или нарыв какой-то, да. Вот. Это, конечно, да, ее приходится ловить. Там вставляем, и специально такой, у нас есть такой, как такая, ну, палочка, чтобы они не могли цапнуть, все это, да, все это обрабатывается, но это, конечно, процесс большой такой, не надо самим это делать, тогда нужно к ветврачу все-таки идти, да, и мне кажется, это, наверное, у нас лучше к нам в зоопарк, потому что у нас он, наш ветврач уже привык к таким вещам, да, то есть он больше с таким встречается, да. А пищеварительные проблемы бывают у змей? Да, бывает пищеварительные, бывает, что не могут яйца отложить, то есть приходится делать, ну, скажем, как, ну, как аборт, да, кесарево сечение, то есть вынимать все это, да, там такое, да. Потом зашивают или как? Да, зашивают опять все это. Ну, это там очень много всяких будет. Может быть, просто какая-то яза там образоваться, да, тоже. Ну, где-то поцарапал, скажем, гной, и пошло все это, да. Ну, там проблемы большие. Самоопытные врачи у вас в зоопарке по лечению змей как раз? Я думаю, да, потому что там все-таки больше приходится встречаться. Я не говорю, что у других нету там ветвь лечебницы. Тут тоже есть, потому что, конечно, нужно обращаться в ближние, которые есть. Да, там они подскажут. Если они смогут это сделать, то они там, конечно, вам скажут сразу, да. Но если нет, они там сами направят, наверное, я думаю, так. А что змеям ни в коем случае нельзя давать есть? Так, ну, во-первых, пища должна быть свежая. Скажем, начнем с того. Живая, ну, это как всем животным. Да, живая или свежая. Потому что есть такие змеи, которые уже, то есть уже приучены, скажем, есть, ну, скажем, куриное филе кушать, да, их просто им дают. Хорошие у них привычки. Да, да, но это уже с детства, которые специально приучают, тогда, ну, это тоже такой вариант, да. Ну, конечно, и ни в коем случае, ну, с пищей, все это связано у них с пищей все-таки. И нужно давать витаминные прибавки, добавки им, кальций давать обязательно, потому что... Но они все ядные, их не... Ну... Нет, змеи все-таки плотоядные все змеи, да, с этим нужно рассчитывать, есть, да. Салатик из свежих овощей им не подойдет. Салат овощей не подойдет им, да, ни в коем случае. Хлебушек. Они все это, вот все, что эти витамины не получают, вот греясь на солнце, это вот D-витамин, все вот эти вот добавки, да. И, ну, мы витамин, скажем, добавляем им вот... при принятии пищи. Да. Спасибо большое, было очень интересно. Герпетолог Аркадий Попель из Рижского зоопарка был у нас сегодня в студии. Хорошего вам дня и вашим питомцам тоже. Да, спасибо. Всего доброго, спасибо. До свидания. У нас сейчас новости.